В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось торжественное закрытие 12-го международного фестиваля школьных учителей. За три дня на фестивале состоялось 17 публичных лекций и более 100 мастер-классов, на которые зарегистрировалось свыше 3000 человек. Главной темой фестиваля стало гражданско-патриотическое воспитание в школе. В ходе занятий были представлены лучшие педагогические практики, интерактивные игровые технологии, направленные на воспитание патриота и гражданина. Самым насыщенным на мероприятии стал второй день фестиваля, когда в течение 10 часов состоялось более 80 лекций и мастер-классов. Темой третьего дня фестиваля стало формирование функциональной грамотности школьников. Образовательная программа была представлена экспертами Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Это очень большое событие не только для нашего города, но и для республики, и вообще для России в целом. Значимость учительской профессии на сегодняшний день просто неоценима. Мы понимаем, что на учителях лежит огромная ответственность за наше будущее. И кто, как не они, сейчас будут это будущее формировать. И когда мы видим их вовлеченность вот в эти мастер-классы, вовлеченность вообще в фестиваль, мы понимаем, что наше будущее в надежных руках. Они фанаты своего дела, они любят свое дело, а это самое главное в их профессии. В ходе церемонии закрытия свои заслуженные призы получили победители творческих конкурсов, а также наиболее активные участники мастер-классов. Обладателем приза в виде бесплатной путевки на следующий 13-й фестиваль школьных учителей стала учительница 25-й школы города Альметьевска Марина Кошлакова. А главный приз – путевку в санаторий от татарской организации «Профсоюза работников образования» получил учитель многопрофильного лицея номер 37 города Нижнекамска Владимир Голованов. Сюда я приехала уже во второй раз, первый раз была в 2018 году. Приезжаю, потому что очень хочется видеть передовой опыт своих коллег, очень хочется пополнить копилку знаний и всевозможных приемов, моментов, которыми можно своих учеников, ребят порадовать. А в этом году еще радуюсь, что была возможность самой выступить и дать мастер-класс, ну и получить обратную связь. Поэтому это очень важно. А еще, конечно, море положительных эмоций, потрясающий город, друзья, с которыми будем теперь общаться. Ну и вообще, вот даже ваши студенческие позитивные лица, это очень радует. В завершении фестиваля организаторы пожелали всем участникам хорошего учебного года, в котором нашлось бы место для применения всех полученных знаний, а также бесконечного профессионального развития и совершенствования. А следующим поводом для этого станет 13-й международный фестиваль школьных учителей. Алина Красильникова, Универньюз.